Сегодня второй день зимы. Нет, Эмочка, еще не второй день зимы. Осенней зимы. Осенней зимы. Смотрите, вчера было меньше снега, а вы посмотрите на второй день как. Вчера выпал первый снег совсем чуть-чуть, а сегодня его пойдемте. Просто полно, полно. И наша кошечка. Ой, что ты сделала, Эмма? Бедный котеночек. Бедный котеночек. Убегает. Эмма как раз попала прямо в голову. Но я думаю, так ей не понравится гулять на улице. Все, убегает, ты смотри. Нет, мне не нравится. Да? Тебе не нравится? Эмма тебя с разгону прямо в снег. Эй, снег это весело, может хоть немножко попрыгаешь по снегу? Эй, домой? Эмма, она хочет домой. Эмма, а что ты делаешь? Снеговика хочу купить. А тебе в ручке не холодно? Холодно, как одеться, но я терплю. Так одень рукавички, Эм, будет намного приятнее. Да, теперь уже снега столько, что можно спокойно лепить снеговика. А это чудо не хочет лепить снеговика. Холодно, да? А ну-ка здесь, смотри. Какая красота! Какая зима! А ты убегаешь. Нет, Эмма, она точно не может понять радости снежной осени. Хотя рассматривает, смотри, как рассматривает падающий снег. Интересно, правда? Такие белые мушки летают, прикольные, да? Вот это да! Вот это да! Ну, я думаю, стоит поисследовать, а? Спускайся, не бойся! Нет, все-таки лучше домой. Трусишка! Трусишка просится домой! Пошли поиграем в снегу! Нет! Не-а! Так просится домой! Ну, придется отпустить ее домой. Ну ладно, иди, иди. Так просишься домой, иди. Не снежный ты зверь. Вот это красота, вот это красота. В ноябре. С ума сойти. Это 19 ноября. И такая красота. Так, что там делает Эмма? Ого, Эмма, у тебя уже приличный такой первый слой. Смотрите, ребята, какой пароход. Да, а Тима все никак не может выйти, да? Все никак не соберется. Деньгами, мне телевизор хочу. Какой телевизор? Тут снеговик, да? Сейчас будет. О, вот и Тима! Ну, наконец-то! Да, Эмма, он вышел и очень злобно улыбается. Ой, боюсь, сейчас я попаду в перестрелку. Это не то. Клумбы! Клумбы не залазим! Тим, не забросай! Не в лицо! Не в лицо! В лицо запрещено! В лицо запрещено! Иди сюда! Тима услышал про лицо! Да. В лицо запрещено, повторяю. Тима. Вот она, наконец-то. Зима в ноябре. Ай, не падай. Давай большой.
поможет детям? Может, вы снеговика полепите, а? Нет. Эмма уже слепила первый ярус сама. Нет. Да. Еще нет? Еще нет. Мне кажется, еще нет. Слепите, а? Мимо. А то я боюсь, эта игра закончится, как только кто-то кому-то попадет в лицо. И, скорее всего, я ей, потому что если мне попасть в лицо, игра не закончится. Есть! Попадание! О, Тима! Отступаем! Так, дети, давайте перерыв в битве на... сооружение снеговика. Тим, да хватит, Тим, ну Тиму хоть привяжи, Тим. Все, пауза. Сдавайся. Стратегическая пауза. Лепим снеговика. Все, ну. Ну вот, я ж так и говорила. Сейчас закончится игра. Ну все, вытирай теперь ее, давай, вытирай. Выбрось снежку и вытирай сестричку. Я говорила, в лицо не попадай. Так я ее вот сюда кину, всё, она попала по... вытирай снег. Снимаешь перчаточку, давай, сухенькой ручкой вытираешь. Всё. Давай. Чисто. Нет, не чисто, смотри, у нее какой кусок снега. Смотри, прямо возле щечки. Хулигашек. Все. Теперь лепим мирно снеговика. Сейчас подожди, найдем. Давай я тебя вытру. Мокрая вся. Иван, вот я какое ведро уже. Полное ведро. Это, так, кстати, давай, будет шляпа. Или шлем. Я покачу. Я покатил. Тима, покачу. Я покачу. Смотрите, покачу. Я думал, что я покачу. Мама. Оказывается, что ты покачу. Смотри. Ой, да, поднизу травушка. Давайте ее засыпем, чтобы она не замерзла. Сейчас мы заберем, погоди. Нет. Не побегем. Давай я тебе помогу. Давай. Погоди, не так, туда. Ой, кто к нам идет? Кто к нам идет? Ты решила посмотреть, что здесь происходит, да? А прыгнуть слабо? Давай, прыгай! Нет! Тут уже мне страшно. Бедная кошечка! Ты что? Вообще! Смотри, какие маленькие следы! Ну, Эмма, сейчас она вот только убежит домой. Эмма! Все. Сиди. На холодном железном подоконнике сиди. А там дом, а там тепло, да? А тут холодно. Все, будет тут. Все. Да. Место свое он определил себе сам. Да. Теперь мы сейчас возьмем вот так, вот так. 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 Я как-то так мягко снежку лепил. Чего где-то вот такая стежка очень твердая. Если ней кому-то зарядить. Все. Не надо. Не надо заряжать никому. Получи. Эй! Что? Что мяу? Что мяу? Холодно, идешь домой? А ну подожди, что будет делать? Слезет? Вряд ли в снег, да? В снег она не слезет. Давай посмотрим, что будет делать. Мяу! Холодно, пустите меня домой. Мне интересно, но очень холодно, да? Ого, у Тимы какая снежка. Нет, ее нельзя так. Она не Эмма, ее нельзя. Что, малыш, что? Что это он там делает, этот Тима, да? Что он там творит такого? Тима готовит второй шар для снеговика. А Эмма утрамбовывает снег в ведро зачем-то. Пока непонятно зачем. А, это ты принесла Тиме снега? Да. Ну, тоже вариант. Он таким плавным блефовый на меня. Ну, нет. Сейчас выйду у кого-то шапочка. Тима, ну что ты все хулиганишь? Давайте, лепите, посмотрим, какой у вас получится снеговик. Давайте.
можешь встать на снежку. Так смотри. А сейчас кто-то съест кусок снега. Надо попробовать, вкусный, нет? А что знаем? Понюхает. Понюхала, нет, такое я есть не буду. Если бы там была курочка. Курочка. Или уточка. Кстати, ребята, посмотрите, что было в ведре, лед. Да, чуть-чуть льда в ведре. Так, она все-таки хочет прыгнуть, но боится. Все-таки хочет, но боится. Не подходи, не подходи. Оно решится, она на прыжок или нет? Мяу. И тебя жалко. Что такое? Что? Ну, окно закрыто. С этой стороны я его не открою. Никак не открою. Нет, с этой стороны не открою. Тим, это слишком большой второй слой. Ты что? Мне кажется, чуть-чуть. Он больше уже, чем первый. Подойди, Тим, сюда. Подойди. Подожди, сейчас Тима катит. Подожди. Тима, сейчас катаешь весь снег со двора в один комок. Давай пойдем на улицу. Что тут? Ой, травка. Сердечками. Сердечками? Ну, почти. Ты засыпаешь, чтобы ей там а было тепло. А тут сердечко. А то вымерзнет вся наша травка. Засыпай. И Тимон дай. О, Тимон. Ты куда его тащишь? Первому. Или должен будет второй? Мне кажется, что первый теперь должен стать вторым. Этот гигант! Да, этот реально гигантский. Так, погоди, не надо. А давай сейчас с тобой ее с курса сдвинем. О, ну да, явно. Явно? Явно второй больше, чем первый, явно. Не явно. Явно. Слишком не явно. Надо явней. Что ты задумал? Ты хочешь поднять? Ого, Тима, там площадки нет, оно сейчас как упадет. Хорош. О, не, ну круто, а как же его зафиксировать надо? Сейчас, погоди, Эмма, неси ведро. Неси ведро. О, не, ну это будет крутой снеговик. Если, конечно... Он сейчас расколется, этот шар, на две части и развалится. Не бойся. Надо подлепить снизу, Тим. Не бойся. Я бы подлепливала, да. Именно так. Ну, вроде все. Конец. Два слоя готово, ну еще третий, да, значит, должен третий быть. Третий должен быть такой, чтобы он был выше меня. Ого. Нет, не получится. Это ты так думаешь. Ну давай сейчас посмотрим, что у тебя получится. Он должен быть вот такой. То есть вот такой. Ай-ё-моё. Получается, как-то не очень-то и пропорционально, да? Ничего страшного. О, Эмма нашла руки, да, Эмма, это руки? Да. О, руки уже есть, головы еще нет, но руки уже есть. Короче, должна быть голова вот такая, тело будет вот такое. Ну, погнали. Погнали, сейчас посмотрим, что выйдет. Ладно, мам, папа слушает тебя в рукавицах. Будь в рукавицах, будет тепло. Нет, снимает и все. Я передумала. Будет холодно, Эм. Тима, вот смотри, в перчатках лепит. А ты снимаешь все время. Это не перчатки, это профессиональные парные снеголепы. Кодовое название рукавицы. Точно. Вот такая вот у нас голова будет. Ого, ничего себе, тоже такая же здоровенная. Больше всего. Я вот это соберу туда. Как ты ее будешь туда засовывать, наверное? Подниму как-нибудь. Ну, погнали. На батуте подняли. Да, еще... ты на батуте катай. О, батутная голова. Я пропустила кусочек. И дом еще. Из домика собрали снег? Ничего себе. И мне даже на нос нападало. Ничего себе. Нет, ну это сейчас, Тим, она очень тяжелая. Все хорошо-нибудь. Она больше всего! О, Эмма уже пуговички прицепила. Все, хорош. Ну давай, Тим. Теперь надо так и понять. Сможешь? Как-то. Ну, и... 3, 2, может папа попросить помочь?
Ой, он мега тяжелый. Он реально тяжелый. Тима не ожидал, что он настолько тяжелый. Ой, сейчас как все завалит. Тим, ну сверху всегда самый маленький. Нет, ну ты смог, конечно, ты, конечно, смог. О, Эмма уже повесила лопату. Для Эммы работа окончена. Тим, ой, ай, сейчас как упадет. Нет, не закончил. Капец. Капец. Неси ведро. Ах ты, пойди, у меня есть лопата. Вон ведро, Эм. У меня есть лопата. Нет, это очень большая голова. Твой снеговик очень умный, наверное. Нет. У меня просто много дури. Много дури. Много дури. Ой, ой, сейчас Тима все завалит. Йо, Тима. Эмма, неси снег. Тим, недаром делают самый верхний слой самый маленький. Тим, здесь есть определенная логика в этом. Эмма, неси сюда снег. Да ты мне его сюда несешь. Эмма ведром набирает. Да, и ведром. И тащит тебе. Руки все перевезли. А зачем ты наверх одеваешь, я не могу понять. Потому что так легче вытянуть снег. Тима пытается залепить. Да. Это шпаклевка. Шпаклевка. Ну посмотрим. Тим, ну голова боком, она упадет. Не бойся. Она на бок. Хорошо, как мне на бок? Так? Да, ближе к тебе. Вот так. Вот так, да. Неси снег. Ну там очень много надо лепить. Давай. Эмма, еще, что стоишь? Быстрее, давай. Туды-сюды. Эмма, в перчатках было бы теплее. Давай сюда, быстрее. Там, наверное, уже пальцы в ледышки превратились, да? Давай я одену перчатки. Нет. Я тяжело так подержу. Так. Тим, тут слишком большая дырка. Может, как-то его повернуть, а? Нет. И последние штрихи. Это бог всех снегоехов. О, Тима, я вижу, ты проявил тут свою фантазию. Тим, да, давай еще лучше глаз второй. Эмме, Эмме такое оригинальное решение точно не нравится. Нет, не ломай! Не ломай! Ну, не ломай! Все, уже ссорятся. Меня не понял. И, наконец-то, Тим, а ведро? Ведро забыли. Ведро? Сверху ведро на голову. А ведро надо надевать? Конечно, а как же? Сейчас, погоди. Сначала его надо легенько положить, а потом уже ложить крепко. Да кто знает, что с ним произойдет? О, все, готов снеговик. Зацените. Нет еще. Еще да, нет? Да, дай ведро туда. Оно так упадет. Ну. Ребята, вам нужно лайфхак. Делайте в день снеговика, вы ведро набираете в снега, чтобы оно не упало с снеговика. Точно. И Тима, и последний штрих. Все. Есть, ребята. Эмма, становись рядышком. Будет фото на память. Первый снеговик в этом году, да? Первый снеговик. Круто. Ребятки, жмите лайк, подписывайтесь на канал. У нас здесь много-много влогов. Вся наша жизнь.